Всем здравствуйте. Будем делать сейчас имитацию топ-спина справа с мячом. Мяч гимнастический, 5 килограмм. Так, вот мы зарядились. Тут, внимание, при зарядке важен вот этот локоть. Видишь, локоть находится возле тела. Так, кисти заряжены. Кисти заряжены. Левая нога подсела. Подсела нога. Видите, тело все зарядилось. Так, вот он зарядился. Чуть-чуть покачайся. Вот пружинку. Вот. Смотрите, ребят, чтобы у вас локоть основной был вот тут. Вот. Разгиб хороший в предплечье. А, рука больше становится прямой, рычаги большие, поэтому локоть возле тела. Так, а ты встань в стойку там. Вот смотрите, он сейчас будет бросать мяч из правильной позиции. Так, бросай. Вот он бросил, да? Вот, так, теперь заряжаешься. Тоже заряжается. Видите, стоп, ушел локоть неправильно. Разогни предплечье. Локоточек вот. Предплечье разогни. Сейчас посмотрим еще на клима. Так, ближе локоть к телу. Вот на мой кулачок, Так, кисточку заряди. Сюда заряди. Вот, видишь, кисточку зарядишь, локоть сам ближе станет. И выполняй бросок. Вот туда, да. Вот так, ребята, происходит имитация топсов. Очень хорошо ставит технику. Да. Видите, в конце, как ушел в капитанский козырек, плечи по мячу зафиксировался. Так, теперь клим заряжает. Стоп. Опять локоть, видишь, ошибка. И также у вас в игре топсами основная ошибка — очень вылазит локоть. Локоть сюда, ребятки. Вот сюда локоть. Вот локоть. Так, кисть заряди. Заряжай кисточки. Так, чтобы у нас крутилось. И кидай. Во, молодец, да. И вот так вот вы можете... Сейчас, подожди, покажу. Хорошо левая нога подсела. Видите, кисти зарядились. Предплечья разогнулись с корпусом. И бросок. Да. Можно правую ногу, видишь, чуть-чуть вырасти правой ногой больше. Да, больше правой. Вот, покажи. Вот сюда. Локоть, видите, опять у клима ошибка. Вот этот локоть вылазит за спину. За спину. Тем самым плохо разгибается предплечье. Замах. Бросок. Супер. Тут хорошо, да. Ну давай, клим, еще без локтя попробуй. Вот. Вот уже лучше. Да. Вот так вот. Вот такое у нас задание. Такой мяч 500 рублей стоит. Именно надо 5 килограмм. Ну, если кто маленький ребенок или девочки, можно 3. Всем спасибо.